Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня хочу показать вам вот такое интересное блюдо, называется «Вулкан страстей». Набор продуктов такой. Свинина у меня примерно грамм 800, я уже ее порезала на среднего размера, такие небольшие кусочки. Одну морковь натерла на крупной терке и примерно с килограмм картофеля уже начистила, подготовила. Небольшой кусочек сливочного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 сырое яйцо и 2 маленькие луковицы репчатого лука тоже покрошила. Также понадобится соевый соус немного, перец, немного меда, какой-нибудь томатный кетчуп по вкусу для жарки, растительное масло и какой-нибудь алкоголь крепкий, водка, коньяк или спирт. Вот у меня спирт. Мясо надо посолить по вкусу. Немного поперчить. Добавить соевый соус. Примерно столовую ложку меда. Перемешать все хорошо и оставить мариноваться приблизительно на 2-3 часа. Мясо я поджариваю на растительном масле на сковородке. Мясо поджарилось немножко, добавляю морковку и лук и продолжаю жарить. Когда овощи тоже поджарились, добавляю томатную пасту и немного воды. А теперь под крышкой потушить еще минут 10-15 на медленном огне. Картошку я отварила. Добавляю кусочек масла, горячее молоко и делаю пюре. Из картофельного пюре я сформировала вулкан и по краям буду выкладывать мясо. И кетчупом делаю как бы потоки лавы. Скорлупу от яйца половинку я почистила, от пленки помыла и вот сюда в центр. Наливаю спирт и поджигаю. Вот такое эффектное появление можно сделать перед гостями. Главное не споткнуться. Ну а если слегка приглушить или выключить свет, то это усилит эффект. Дорогие мои зрители, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.